Равнение налево! Шагом! Уж! Парадный расчет возглавляет знаменная группа под руководством старшего лейтенанта Мамыкина. Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. Государственный флаг Российской Федерации появился на рубеже 17-18 веков. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и Великой Отечественной войны. Чеканя шаг, играя лучами солнца на штыках, идет сводная коробка карабинеров под управлением командира взвода старшего лейтенанта Камалетдинова. Советский бронетранспортер в настоящее время, данная техника, используется в разведывательных подразделениях более 50 стран.